сдаться, но нас не сломить. Только вместе сможем мы злодея всех победить. Мы с тобою не свернем с верного пути. Я сражаюсь за мир и счастье, за справедливость, за честь и правду. Не пугают меня ненастья, я скричер гонщик. Соперников поставлю позади, победим, чем все мы. Дикие скричеры, могучая сила, путь нам открыла только. Команда скричеров, и действовать мы будем все как один. Смотрите, мощная сила, путь нам открыл только вперед. Что же это нам принесет? Сражайтесь смело, отважно, храбро, бесстрашно, мы победим. Мы команда скричеров, и действовать мы будем все как один. Мы все как один. Дикие скричеры. Пробуждение Димора. Что происходит? Это... Он проснулся? Неужели это Димор? Огромный, правда? Да нет, это плохо! Итак, время пришло. Наступает вечная тьма! Уходим! Ксандр? Что? Если его не остановить, мы погибнем! Быстрее! Уходим отсюда! Бежим, Цион! Стойте! Подождите! Ай! Он такой сильный! Мы проиграли! Все из-за Shadow Wind. Я ему покажу! В следующий раз я с ним справлюсь! Странно. Откуда этот шум? Что это? Брат Осьминог! Кого это ты назвал осьминогом? Не тебя, не тебя! Быстрее бежим! Не подходи! Держись, я поплыву быстрее! Отлично. Вот она, сила Димора. Он сильнее, чем я думал. Это ужасно! Он уничтожает все! Мы должны что-то сделать! Нужно его как-то остановить! Какая мощь! Неужели Рошан его совсем не боится? Да, будет непросто, даже если нам повезет. Эй, неужели вы забыли то, что я вам говорил? Теперь у Рошана все козыри. Покажись передо мной, посох королей! Ha 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 ha!
Отец он мой. Повинуйся мне, Димор! Почему он остановился? Быстрее! Нужно найти остальных! Очень интересно. Изначально посох королей был создан, чтобы защищать мир. А теперь это главное оружие его уничтожения. Надежда на стражей будущего. Это была самая большая ошибка жителей древней суперцивилизации. Ай! Стань моим слугой, Димор! Фу, закончилось! Нет. А все только начинается. Будьте осторожны. Всем быть начеку. Покажи нам свою истинную силу. Я бросаю вызов миру и хочу его уничтожить. Атака Скричера! Что происходит? Это же Димор! Нет! Он такой большой! Бывают такие большие скричеры? Он будет атаковать? Быстрее! Бежим! Бесполезно. Я полностью контролирую Димора. Неужели вы думаете, что сможете сбежать? Рошан наконец добыл посох королей. Отлично. Все идет по плану. Теперь он поможет мне избавиться от тех, кто встал у меня на пути. Продолжай в том же духе, Рошан. И ты станешь последним злодеем нового мира. А я... буду его новым правителем. Нет! Это так, Димора, не скрыться! Нам не убежать. Да, Сандер, давай сражаться! Да, вы правы, вперед! Ай! Давай, Шэдоуинд, атака Скричера! Клубы Рок, трансформация Шэдоуинд! Райлис, атака Скричера! Клубы Рок, трансформация Райлис! Твоя очередь испытать нашу силу! Сандер, быстрее! Бежим на помощь! Ты готов, Шок? Атака Скричера! Курок, трансформация Шок! Цион, быстрее! Залезай! А? Да! Бегу! Один, два, три, четыре. Один,
два, три, четыре. Ха-ха, нужно размяться перед боем. Ха-ха-ха. Да, чтобы хорошенько атаковать, нужно подготовиться. Я с тобой. Один, два, три, четыре. Сейчас не время. Прекратите, друзья. Идите за мной. Четыре. Помогите, спасите! Быстрее, я не хочу стать шашлыком. У тебя такой большой рот! На себя посмотри! Сузуку, Хаули! Мы вас спасем! Атака Скричера! Трансформация! Frozen Snow! Шагай! Фракчер! Профессор! Спасибо! Почти не осталось сил. Нет, тебе там точно конец! Быстрее придумайте что-нибудь! А? А? Янта Занада? Успокойтесь, положитесь на меня. Сестра, вы что, хотите выкопать ловушку для Димора? Смотри, какая уже большая. Сколько нам еще копать? Это наше убежище. Готово. Нам двоим места хватит. Ха! Смотрите. А почему только для вас? Как же мы? Да, возьмите нас тоже! Нет, мы не можем. Вы не поместитесь. Удачи! Я за тобой присмотрю! Шэдоуин! Роялис! Атакуйте со всей силы! Хорошо! Получай! Что? Не царапины! Не получается, Ксандер! Ваши усилия бесполезны. Димор, уничтожь этих муравьев! Я тебе не позволю! Нет! Роялис! Сегодня насыщенный день. Что же мне делать? Ничего. Пока мы должны отступить. Занада снова переместился в пространстве? Как он мне надоел! Посмотрим, куда вы попытаетесь убежать. А, это... Все здесь, а? Роялис! Занада помог. Прости, Ксандер, я не смог победить. Я понимаю. Но вы целы? Конечно, лучше не бывает. Ура! Наконец-то я вас нашел! Молодец, Ринго! Прости, Ксандер, я опоздал. Как нам победить этого Скричера? Димор настолько большой, что все наши атаки ему нипочем. И Рошан им управляет. Это ужасно! У нас очень мало времени. Если так продолжится, мир
Слушая вас всех, я понимаю, что мы с ним не справимся. Нет, этого и не требуется. А? Ганнер, ты о чем? Нам нужен посох королей. Если мы его получим, мы сможем контролировать Димора и остановить Рошана. Верно? Тогда нам не нужно будет сражаться. Хм, интересно. А это решение гораздо более логичное, чем пытаться бороться с Димором. Да! Давайте так и сделаем! Мы должны защитить мир! Да! Шэдуэн, Роэлис, вперед! Да! Давай, Шок! Конечно! Невероятно, вы сами летите в ловушку. Пегас, полный вперед! Ты тоже, Шэдуин! Вы все еще не поняли? Ваше упрямство и настойчивость — ничто по сравнению с силой Димора. Нет, нам нужен не Димор! Что? Ксандер, хватай посох королей! Хотите контролировать Димора? Хороший план. Но не думаю, что у вас получится. Мы попробуем и увидим. А? Занада? Слишком поздно. Ксандер был лишь приманкой, а тобой займемся мы. Что? А? Нет, посох королей! Цион, давай! Да, сейчас! Отличная битва. Почему вы сражаетесь без меня? Смотрите! Цион, все в порядке? Ганнер, нужно добыть посох королей! Шэдуэн! Да, лечу! Я! Слишком медленно! Ты проиграл, Ксандер! Рошан, сражайся со мной! О нет, Харвест в опасности! Уходим отсюда! Харвест, уводи всех! Есть! Продолжим бой, Рошан! Прочь отсюда! Вперед, Сербер, порви его! Что? А? Димор? Эй, смотрите! А? Давай, давай! Это так весело! Как же так? Этот парень победил Димора! А? Панса поразителен! Невероятно! Он победил Димора! После Димора я разберусь с вами! Рошан, исчезни из этого мира! Эй, а почему Рошан смеется? У меня плохое предчувствие! Пора закончить этот фарс! Что? Настал час расплаты! Ты о чем? Как ты смеешь? Думаешь, твои атаки сработали? Для Димора это как укус комара. А? Что? Как это? Нет! Щупальца Димора восстановились? А ну, прочь с глаз моих! Теперь он стал еще сильнее!
могу поверить, что он может восстанавливаться. Вот опять! Быстрее, Панца! Атакуй! Что? Битва еще не закончена. Мы пока не проиграли. Что? Но... Я... Верь мне, Панца! Я самый сильный! На этот раз я его одолел. Прощай, Панца! Ты ничего не можешь! Прощай! Что? Вы следующие, ничтожные букашки. Роша! А, получай, огромный паук! Постой, это же осьминог! Нет, это паук! Нет, нет, это осьминог! Паук, паук, паук! Осьминог, осьминог, осьминог! Цербер, скажи, кто это? Озвучено по заказу АО «Первый канал. Всемирная сеть».